Новосибирск – еще один город-миллионник. По населению он уступает только Москве, Санкт-Петербургу и Нижнему Новгороду. Новосибирск обладает уникальным научным потенциалом. Вместе с тем, это молодой город, ему всего 114 лет. Первый разговор он получился очень удачным, мы так хорошо обменялись мнениями. Вот, мы дали представление о том, что мы хотим, что у нас хотим, какие отрасли, какие представители, какие инвестиционные проекты, чтобы у нас развивались быстрее, в каких наших интересах. Я рад, что я услышал от наших гостей высокую оценку, что наши видения совпадают с их предложениями. Это уже принципиально важно. Здесь будет четырехуровневый торгово-развлекательный комплекс. Первый уровень – это парковка, подземная парковка, порядка около 600 автомобилей мест. На втором, третьем, четвертом уровне будут, естественно, торговля и развлекательные комплексы. Это такие, как кинотеатры самого современного стиля. Также здесь будет небольшой бизнес-центр класса «Б», 14-этажное здание, ну, здесь, видимо, мы сделаем около 6-7 тысяч квадратных метров сдаваемой площади, и хотим построить гостиницу. Сегодняшняя встреча – это как раз возможность встретить здесь партнера как стратегического инвестора, так и покупателя по форвардной сделке. Мы познакомились со многими инвесторами и поняли, что интерес к Новосибирску глобальный, он будет усиливаться. И, в принципе, я думаю, что деловые контакты, которые заработаны за эту конференцию, они в ближайшее время будут реализованы.